Дагестанский спортсмен Мухаммад Эльмурзаев стал серебряным призером всероссийского турнира по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Соревнования проходят в Московской области. Мухаммаду Эльмурзаеву всего 11, а он уже занял второе место в своей весовой категории. Воспитанник Мансура Эльмурзаева с результатом 84 килограмма, 37 в рывке и 47 в толчке опередил бронзового призера Михаила Бубнова из Коломны на 4 килограмма. А вот победителем стал Илья Карпенко из Южно-Сахалинска.